Привет, мобильный геймер! Вы, как всегда, на канале Mobile Gamer. И в данном видеоролике мы поговорим о легендарной игре на мобильное устройство, а именно о мобильном шутере Call of Duty Strike Team. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Ну а мы начинаем. Именно период с 10 по 15 год были самые лучшие года для мобильных шутеров на Android и iOS, и не только. Выходило огромное количество премиум игр с отличным сюжетом, и в них попросту было интересно играть, они были сделаны с душой. Да, они стоили немалых денег, но это было намного лучше, чем в нынешнее время. Ведь тогда мобильный геймер покупал игру на один раз и больше не вкачивал туда баб, а что же сейчас? Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Free Fire и многие другие мобильные шутеры в первую очередь сделаны для выкачивания бабла с простых игроков. В ней нет души разработчиков, поэтому от года в год мы видим одни и те же игры, только с другими названиями. Да, иногда улучшают графику, делают какие-то небольшие косметические изменения или просто меняют сам сеттинг игры, но в большинстве случаев это не работает, игра остается таким же куском дерьма, каким она была ранее. Еще в прошлых видеороликах на данном канале мы разбирали такие старые, популярные мобильные шутеры, как Modern Combat 5, Nova 3. Но на данный момент все эти крутые мобильные шутеры умерли, а сами серии этих игр безвозвратно похоронены самими разработчиками, так как на данный момент не приносят никакого дохода. Но кроме Nova 3 и Modern Combat 5 были и другие крутые мобильные шутеры. И многие уже не вспомнят Call of Duty Strike Team. Я на 100% уверен, что мало кто из моих зрителей вообще знает такую игру, и скорее всего впервые услышали они в этом видеоролике. А данной мобильной колде есть что рассказать, и в какой-то степени она даже лучше нынешней мобильной Call of Duty Mobile. Но что же вообще такое Call of Duty Strike Team? Это мобильная игра в жанре шутера от первого лица с возможностями тактического шутера, которая была выпущена на мобильные платформы, а именно в сентябре 2013 года на iOS и в октябре того же года на Android устройство. Честно, на тот момент Call of Duty Strike Team была прорывной игрой, и я не шучу. Начиная крутой графикой и заканчивая крутым сюжетом и возможностью тактически управлять своими бойцами. Сами же события в игре начинаются незадолго до начала основных событий Call of Duty Black Ops 2. В данной мобильной игре есть как одиночный, так и многопользовательский режим игры, который на данный момент, конечно же, не работает. Ведь на данный момент Call of Duty Strike Team почти уже 8 лет. А для мобильного шутера это огромный срок. Как я и говорил ранее, мне данная игра запомнилась тем, что в одиночном прохождении Call of Duty Strike Team она позволяет переключаться между членами своей команды. И в некоторых ситуациях игра позволяет переключаться в тактический режим, позволяющий управлять действиями команды с воздуха, а именно с летающего сверху дрона. Возвращаясь к многопользовательской игре, Strike Team была доступна игра до 8 человек одновременно на одной из 6 карт для мультиплеера. Сами же карты представляют собой небольшие закрытые пространства. Было доступно огромное количество режимов, а именно TDM, Kill Confirmed, Drop Zone, Team Tactical и Free For All. В общем-то, все эти режимы наблюдаются и в нынешней Call of Duty Mobile, поэтому тут ничего необычного. Лично я, играя в данную игру, получил много незабываемых эмоций. Конечно, сюжет в Call of Duty Strike Team попросту банален. 2020 год, среди мировых держав возникает напряженность. На США было совершено неожиданное нападение. И наша миссия заключается в проведении ряда секретных миссий, но все они, если честно, однообразны. Найти что-то или убить кого-то. И как всегда по канону серии, мы убиваем русских и спасаем Соединенные Штаты Америки. Все очень банально и просто, но для мобильного шутера сюжет получился очень даже неплохим. Но как я понял с разных старых форумов, игроки больше предпочитали режим survival, чем одиночную кампанию, так как сам по себе режим survival более динамичен, чем одиночная кампания. И тут вы можете отточить свои навыки, отбиваясь от бесконечных волн врагов, что несомненно погружало в атмосферу Call of Duty Strike Team и давало много незабываемых эмоций.
Конечно, на данный момент графика в Call of Duty Strike Team хромает, но даже в такой старой игре управление было достаточно хорошее. Было приятно управлять различными пушками, тут тебе было и снайперки, и пистолеты, и различные автоматы. Конечно, разнообразие оружия не такое, как в Call of Duty Mobile или в других популярных мобильных шутерах на Android и iOS, но для мобильной игры 2013 года это простительно. Да, не было полноценной поддержки геймпада, потому что не все кнопки работают в настоящий момент. Но все остальное в игре сделано на достаточно хорошем уровне. Жаль только, что одиночная кампания такая короткая. В остальном же это был шутер, который наравне конкурировал с Modern Combat 5 и новой 3 и был революционным на свое время и лучшим мобильным шутером вселенной Call of Duty. Вы скажете, а как же Call of Duty Mobile? Это же самый лучший мобильный шутер на данный момент. Вот только если честно, мобильная колда — это такая же донатная помойка, как Fortnite, Free Fire, PUBG Mobile и многие другие бесплатные мобильные шутеры на Android и iOS, коих на данный момент просто огромное количество. Жаль, что мы сами, простые игроки, сделали такой большой спрос на фри-то-плей игры. Вследствие чего разработчики, осознав такую крутую выгоду, просто перестали выпускать крутые премиум-шутеры на мобильные устройства. Поэтому я крайне советую поиграть вам в Call of Duty Strike Team. Обещаю, данный мобильный шутер подарит вам много незабываемых эмоций. Только учтите, что русского языка в данной игре нет. А также могут быть проблемы с совместимостью вашего устройства с Call of Duty Strike Team. Сами же файлы для скачивания и установки данного мобильного шутера я оставлю в описании по данным видео. Но на этом, к сожалению, у меня все. Будет интересно узнать в комментариях, в какой мобильный шутер вы играете на данный момент. Ну а сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Wild Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видеороликах не только по Call of Duty Strike Team, но и по другим мобильным играм. До скорого!